Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас с вами будет видеообзор на вот такие вот барабанные установки. Купила я в фикспрайсе за 99 рублей, плюс 3 возраст. Ну, по размерам я читала отзывы, что она небольшая. Вот сразу тут инструкции, как она устанавливается. Вот. Больше, по-моему, ничего нету. Давайте с вами посмотрим, потому что мне очень интересно. Мне интересно даже, как она звучит. Так, вот так она выглядит внутри. Тут кронштейны, ну, обыкновенные. Плотная такая довольно, все-таки за 99 рублей. Так, ну давайте вытащим сейчас все сначала. Так, вот она пустая. Так, сейчас посмотрим, как у нас это все устанавливается. Вот они сами барабаны. Красивые такие, все качественные. Даже резиночки. Зачем-то. Не знаю, наверное, должны быть так. Может быть, играть, чтобы тоже. Не знаю, может быть, для красоты так, наверное, должно быть. Сейчас будем с вами устанавливать. Да, вот она должна заехать, чтобы стоять ровненько. Так, на нее устанавливается труба. Не знаю, поместится у меня здесь все в кадр или нет. Я чувствую, что не поместится у меня здесь в кадр. Сейчас с вами что-то будем думать. Так, здесь вот он устанавливается. Штучка вот эта. Так, это что у нас? А, это на нее крепится вот эта вот тарелка как раз. Ух, высокая. Опа. Сейчас вам покажу, что здесь получается. Так, вот она вот это вот крепится сюда, но она сюда нифига не влазит. Не знаю, тут вот есть какие-то вот штучки, может быть, она до нее должна долезть, до этих штучек. Тут даже ничего об этом не написано. А, вот. Залезла. О, залезла. Надо усилие приложить. А то я думала, может быть, здесь сделали дырку поменьше, чем сама вот эта. Вот. И вставляется она у нас вот сюда. Вот. Так. Тут вот они, барабаны. У них есть такая штучка. Сейчас я попробую камеру поднять повыше, чтобы вам было видно. Так, ну вот я камеру приподняла. Вот они наши барабаны. Так, вам не видно. Сейчас покажу, куда она одевается. Думаю, что они вот так одеваются. А, наверное, вот так одеваются они. Сюда вот. Немножко, что ли, просто одеваются. Наверное, так немножко. Получается, двигаются, что ли. Они тут и с той стороны, и с, как бы с этой стороны одеваются.
хочешь так, может быть, можно продлить, наверное, купить еще пару наборчиков. Наверное, так вот они. Там, кстати, на картинке нарисованы синие такие. Вы в комментариях мне напишите, какие у вас. Может быть, они с синим, я бы синим хотела. Может быть, там выбрать можно. Так, все, да? Немножко мутненькое у вас. Фокусирует. Сейчас я его чуть-чуть вот так вот что-ли сделать. Не поднимается у меня камера настолько высоко. Ну что, попробуем? Ну, звук, да, обычный пластмассовый звук. Насколько я знаю, барабаны, они не пластмассовые. Да, вот это вот реально бьет по мозгам. Очень прям такая нереально. А может, ее так. Все равно, блин, очень сильно по мозгам бьет. Короче, вот как-то так. Ой, по ней бить я не буду, потому что это, блин, она даже не схожа, по-моему, особо с тарелкой, которая на самом деле бывает, потому что, блин, это ужасный звук. Вам там я постараюсь, надеюсь, что у вас там получится немножечко убавить звук, потому что камера, она очень передает. Как бы очень хорошо записывает звук. Вот. И я надеюсь, что у меня там получилось убрать. У вас было не так громко. Вот. Ну, в принципе, да, побарабанить ребенку, я думаю, будет интересно. Вот. Сейчас я еще подумала, знаете, эти палочки особо. Кстати, у них есть дырочки. Вот, видите, дырочки. Их можно сделать завязочки. И здесь особо некуда. Хотя есть куда. Вот сюда вот их можно всунуть. Не знаю, будут они там держаться или нет. Вот я дам, наверное, сегодня своему ребенку. Посмотрим, постараюсь записать влог, как он барабанит. И, в принципе, смотрите мои влоги. У меня очень интересные влоги, чем занимается мой ребенок. Ему 4 года. Довольно маленький еще. Вот, а на сегодня это все. Напишите в комментариях, какого цвета у вас барабаны, потому что на коробочке они синие, палочка это желтая. Может быть, они разных цветов, чтобы тоже люди знали, каких цветов еще бывает, что можно выбрать, посмотреть. Вот, я бы синие купила, у меня красные не очень как-то. Вот. Подписывайтесь, смотрите мои влоги, кулинарии, другие обзоры. И всем пока-пока!